Пройди весь трэш, и выходь не в кашу. Спрятаться за тот лет. Слайд-шоу. Вообще сделать ничего не могу. Что там происходит, народ? Очень много трэша. Вообще ничего не могу. Я просто зависну. У меня тупо слайд-шоу. У меня еще такое бывает, когда на сурке хан ловушку кидает под трэш. О, отлагало. Блять, умею. Без ДЦ захилит же? Так, ничего, вставайте или резинки? Сейчас резки подожди. Спасибо.
Вы музыку включили, что ли? Я сейчас сам включу. На Легионе, когда играешь, даже музыку не послушаешь. Тотем убираем. М? Тотем убирается. Дайте по луку рыбалку, пожалуйста. Че уже добычу там сам? Все бафнули.
функции треугольник. Пики свалить. Ай, бля. В сторону кот. На твой выбор. На его выбор. Да, на его. Отойди, давай. А нет, не разбить, даже. 5 копий морозит. Притяжка не будет. Беги, малышка, беги! Вы серьёзно, блядь? Да, только да. Отдал. Забивайте,
Беги! Скнос, блять, твою мать! Рейда, выбеги, кот, блять, выбеги! Блять, это пиздец просто. Ни одной глыбы, где кто-то лишний бы не приморозился. Кто выбить из рейда? Грайди место. Твою мать, да вы ебились! Бабавар. Мне кажется, что такой друид даже в гильдии он не нужен. Не то, что в рейде. Последняя метка я видел Хабавар. Вот это. Да мне кажется, все равно на это ГП. Лучше уже вообще попрощаться с таким котом. Так, кроме Хабавара еще плюс лицами поморозился. А, да, Бьянка тоже сначала назад отбежала, потом в рейд вернулась с меткой. Идите сюда, все портуйтесь. Зачем вы кота кикнули? Green Sox. Ну да, меня попросили помочь ему. В первый рейд он не заморозил. Он только метку одну не вынес. Первый раз рейд не он заморозил. Кулак, дайте порог.
Давайте. Я в клубе. В клубе. Окей. Чу, подметки подойти. Туда, куда рейд выбегает. К зеленому порталу чернокнижника, пожалуйста. Беги, малышка, беги! Гайд говорит. Малышка, беги!
Блять, она, бля. А ты иду, пока трешь на 2 минуты.
что-то говорят, нет? А что, нет. Мало ли провалились. Или отвалились. На синдре мы провалились. А, КД у меня? Кажется, я только что залил. Было две активированы? Да, две. Давайте справа и сразу в босса пойдем. Заходите сюда. По-моему, уже по барабаку. Ну что, куда пошли, блин? На другую собаку пошли. Куда вы там ломитесь? Ты слишком рано забираешь, у меня 6 стаков все. Как с него слетают, то должен забрать. Остановите НК сейчас. Будет на рейдж, остальные в центре. Я говорю, будет на рейдж, остальные в центре. Да, на рейдж выходит два ханта, две совы, два ШП, лок. И два мага. Какие? Зачем? Зачем, если это бычка? Тихо, тихо. Многие не знают. Просто слушай Релла. Дай вот крест твой. Помогай ему крест. Сейчас дам запускать.
потекла. Липучка вонючая. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Там алтугла... Блядь, алтугла... Алый хочет греть, короче. А кто голы? Она придумывает, но никак. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Разбежались. Видите, даже тупых в рейде нету. Ну, кроме меня. Ужасные новости, народ. Во, шип на пристав. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Не только на пристав. Да шип много кому нужен. О, нормально. Давайте к боссу быстрее. Чек на пул. Шкаф дайте. Лок. Лок, дай шкаф. Подойди к нам. А где он так пропал без вести? Так шеф одевал-то, ёлки-палки. Дождался момента. Чек на пул. Одна спора в треугольник. Одна под боссом, а одна куда хотите. Бля, позанимали все места. Шаман. Начинаем. Три, четыре, пять человек берет. Вы что, прикалываетесь?
давай, ну как? Ты что же, кричит, значит? Да. Ну я как и дала народу прошла, я забак. Штаны на РДД. О, да, штаны. Наша пажа идет? Да, предбис. Предбис. Они, походу, всем на стадии РДД предбисывают. Рыбу поставить вам? Сейчас все. Ладно. Центр стоит. Куклу запускайте. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штаб чумы, который уничтожит весь Азерот! Thank you.
что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Али, чего дай дашь спать? Ты вылетел уже? Да. Ходка всех к столу. На вкус как вишенка. Но я заметил, но лужу не достиг. Сейчас выберет цель все из зеленого. Линк есть? Сколько там стайка? На четвертом заберу. Ну, у вас там слот, да, вроде есть? Может быть, этот... возьмете? А ты кто? Ой, два плюса в гильдии поставил. Могу варом пройти. Кто такой есть? Не, у нас фул. А плащ-то не скидывает лужу? Нет. Ваниш скидывает, но не всегда.
Ты срочно его не пищу. А почему ты мне не насылал 100 ИП? Ну ты профа не делал. А, хорошо. Дайте бафы пороги. Запускаю там, я сейчас зайду. Да, грузится вроде. Я вышел вообще с игры. Кулак Роги дайте. Я что? Бьянка, дай кулак Роги. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Больше скотина на раду. Я
И я не застанем. Малышка, беги! Ледяная скорбь, повинуйся мне! Сомнений нет. Вы величайшие. Все препятствия, которые я воздвиг. Кто-то будет перезаходить на это? Сильнейший. А, да. Лут групповой стоит там. Сейчас разролите и понакину все. Бля, пацаны, я извиняюсь там за кнос. Переволновался пацан немного. Ну ничего страшного, просто он, ну, абсолютно не понимает, куда он попал. И да, нужно... да, я и не знал, что он косячный такой. Нужно ему
посмотреть видео, почитать тактику, чтобы он знал, куда он идет, и что это не просто так. Задерживать 25 человек — это не очень хорошо. Это Войд, кинешь ему за 6 боссов ИП? Да, хорошо. Невозможный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их. И как у меня в магии поставьте сразу порт Даларан, я на ИП зайду, а этим не уйду. Виталий Кун, вон там в чате пишет этот маг. Виталий Куна нету здесь, да? И ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Возможно. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Наконец я свободен. Все. Ну раз 4 своего, блин. Минус по сотке сделай тогда. Хабовар и Бьянка, мы же тогда убили. Минус он не стал, вы знаете, ходит. Разы. Я ему 3 раза просто накидываю. Я не знаю, ну вы приходите на этих боссов, вы знаете, что здесь можно просто вайпнуть или срезать. Неответственно как-то относитесь, не знаю, это не КПГ. На этих боссах надо собираться, на Сендре, Личе, Профе, Леоне. Так, плюсуйте на ИП. Портал был ран. Нужно подойти поближе. Так, кто-то еще заходит? Да. Витай, на тебя можно уже кикать? Или там 2 разных человека? Я плюсанул. Но почему у нас лишние люди тогда? Ну я был локом, ливанул. Это гидаль. Так, все, все зашли?